Сегодня 31 октября 2019 года. Я Романов Филипп Дмитриевич, астроном-любитель, первооткрыватель 58 переменных звезд, открывший и 11 кандидатов планетарной туманности, и 4 возможные двойные звезды. Автор двух собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Я нахожусь в поселке Южноморской Приморского края, на своей малой родине, на побережье Японского моря. Ровно год назад, 31 октября 2018 года, я вылетел из московского региона самолетом в Приморье. К огромной моей беде, я вынужденно скитаюсь с 23 января 2017 года из-за невозможности безопасного, беспрепятственного проживания в своем единственном жилье в городе Москве, в комнате номер 2, в двухкомнатной коммунальной квартире номер 210, расположенной по адресу улица Кошкина, дом 19, корпус 1, и из-за невозможности беспрепятственной продажи данной моей комнаты. Мои телескопы, мое астрономическое оборудование и все мои личные вещи остались в моей комнате. Я лишен возможности заниматься наблюдательной астрономией. К огромной моей беде, я лишен возможности подготовиться к поступлению на обучение в университет на астронома, к вступительным испытаниям, потому что мне негде жить. Пожалуйста, помогите мне продать мою комнату в Москве, чтобы я смог купить себе взамен иное жилье, которое мог бы беспрепятственно и безопасно проживать, заниматься наукой астрономии и подготовиться к вступительным испытаниям для поступления в университет. Я хочу приносить пользу науке астрономии своими астрономическими открытиями, своими астрономическими наблюдениями. Пожалуйста, помогите мне. Я, моя мама и наша старая кошка вынуждены скитаемся и очень страдаем в нашей тяжелейшей жизненной ситуации.